наш рабочий визит начался на федеральной трассе, где рассматривается вопрос о строительстве дорог, в том числе и Корсунского района, поскольку эта федеральная транзитная дорога проходит от города Ульяновска через Корсунский район. Она для нас также очень важна и для развития туризма в районе, и для развития бизнеса. Вот. Мы были в рабочем поселке Языково, это второй по величине населенный пункт, и там Сергей Иванович принял очень важное для поселка решение, на базе решения создать областной центр. Вот такого долголетия для людей, будем серебряного возраста. После рабочая группа выезжала в село Усть-Урень. На встрече разбирали вопрос подтопления этой территории. В домах и погребах жителей постоянно находится вода. Местному населению даже выплачивали пособия. Вскоре приняли решение войти в федеральную программу по изменению русла реки Уренка. Вторая точка – Новоульяновск. Тема встречи благоустройства и развития медицины на территории. Планов большое количество. То есть проблемных моментов много. В ближайшее время будет ремонтироваться хирургический корпус, то есть часть проектно-сметной документации уже подготовлена. В первую очередь это окна и фасад, вот, чтобы было тепло в зимний период. И в последующем уже капитальный ремонт инженерной сети, кровли и внутренней отделки. Это будет запланировано 19-20 годы. И в последующем уже на терапевтический корпус 21 год. На следующий год планируется благоустройство территории и замена инженерных сетей.